аллея памяти заложена в честь воинов-десантников 247-го десантно-штурмового полка, погибших при исполнении воинского долга 19 сентября 2003 года. Ставрополь. Пройдем по аллее. Аллея памяти. Герои России, память погибших. Розы, когда распустятся, красиво будет здесь, на аллее. Птички чирикают. Воробушки. Вечная память павшим героям. Маргелов Василий Филиппович, герой Советского Союза, генерал армии, командующий воздушно-десантными войсками СССР. Жил с 1908 по 1990 год. Вот такая аллея памяти. До новых встреч из Ставрополя.